Купцы и предприниматели Чувашского и Марийского краев начала 20 века в лицах. Под таким названием открылась выставка в Национальном музее республики. На выставке можно увидеть, чем торговали в купеческих лавках и на ярмарках 100 лет назад. Чугунные утюги, деревянные ларцы, настольные лампы. В зале представлены книги из личной библиотеки братьев Таланцевых. Обычно они хранятся в центре редких изданий и консервации документов Национальной библиотеки Чувашии. Но для этой экспозиции их перевезли в нацмузей. Это три брата: Михаил, Зиновий, Николай Таланцевы, которые внесли очень большой вклад в развитие не только нашего города, но, наверное, и всей Чувашской республики. Они открывали школы, открывали больницы, также промышленные предприятия. Заложили, наверное, тот фундамент, на основе которого и пошло дальнейшее развитие нашего города. На выставке представлены ценные экспонаты из разных районов нашей республики и от ближайших соседей – из Мариинского, Космодемьянска. Все реликвии рассказывают о торгово-промышленной, общественной и благотворительной деятельности купцов, мещан и крестьян-предпринимателей. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.